Спросили, Не знаю, вернули? механика паладин или нет. Наверное, да, почему? Садись, надо, если ты не пойдешь. На этой неделе ты, наверное, не пойдешь. Не-не-не-не. Мне там вообще гига впадло будет. Да и время тоже. Какие-то ебланы говорят, что, блядь, тут все пиздец, нахуй. В рейд сходил неделю, чилишь, блядь. Залупа всякая такая, блядь, а тут нахуй. Ну, типа, не говно гильдия, типа, обычная, без ФК, блядь, 7 дней в неделю рейды, ебать. Пиздец, нахуй. Да, ралку надо дать. Ралку кому дать? Кто хочет ралку дать? Давай. Я? Хорошо. Блин, тяжелый выбор. Ладно, давай так. Так, кого кикать? Понимаете, Дима, тут не важно, не важно, кому, типа, дам релку, второй самый уничтожится, типа. Так чё, шоколад, давай в ресторан. Нахуя вы в два хапа нахилите? Так не-не-не, гоу на ресторан, не зря, что на ресторан сделал. Я проверил пинг шоколада. Около 17 секунд или 20. И что? Ты на инвайт? Я, ну да. Могу себе позволить, РЛ. Так, что ты за... Я поставил бьет. Ноунейм пишется. Это мой твинг. И что? Ну вот и все, давай, пойдем. Нас мейнами идут. Какая жалость. Ладно. Яша тоже платина, да? Я Яша на ком? На Савин. А, пусть он. А, From Rockstar. А, где зайдет? А еще в гильдии нет пока. Есть в гильдии, но... Нет, ну не в онлайн, типа. Я сейчас курила возьму и пойдем вместе. 0 ДПС давать? Или Ондро, или Риндо. Пати, давайте, я зашел. Угу. Еще Ридигана, кто вижу. Там еще. Кто там для хуй знает. Слишком сложно, не знаю, ников саги. Еще печь. Не, Чикова, давай, давай в этого в ресторан. Посиди. Не зря собирал. Нет, я в Элиме. В смысле ты в Элиме? Серьезно? Блять, 18.09 уже, походу, да не успею в магазинчик прогуляться. Ну ты ж не зря собирал, давай. Да иди в холипале, говорю. Ой, в этом. Ладно, понял, принял. Мне надо включать аддон, типа, блять. Как же ему впадло? Да. Давайте там по местам. А кто вышел? Так и тут? Так у тебя 258 щит. Что ты нахуй это? Или за кем? Зачем? Я за этим, за... Штукой с него как-то. Квест, чушу. Квест, короче. А, квест. Ты, блядь, его хапало видно, ты, блядь, посмотри на это. Ну да, блядь. Ёбнуться за дрот. А, ну, да, а, точно, я шрубу не стал. Еще. Не, ну он это правильно хэпал, хули там ВВК ему нет, там рыба. Надо. Я не могу рыбу себе найти. Я нашел. В поиске рыба. Я нашел. Без пристабафов сегодня. Ты крыса? Угу. Че, вам баф не получается? Дух нам баф не он, ДПС не лапает, аля. О, блядь, такой микрофон. У кого там, у кого? Давайте побыстрее, мужики. Хотелось бы в магазинчик еще успеть. Зачем тебе магазинчик? Прогуляться. А у вас в России магазинчик? Сколько паладинам еще дайте? Дай лапу и все, да. Чего? У вас в России магазин еще работает? Больно. Странно, да. Работать-то они всегда будут. Вопрос, что продавать будут. Все, гоп, мы пули.
А мне бейте сразу наполнят. Я уже видел чипсы спиженный лейс. Только название фри, блядь. У нас он бело-кола есть. У нас, блядь, просто колы, блядь. Красная цена, нахуй. Имеет цена в месте. Поглощение 6000, спасибо. Ничего по крипту. Я, кстати, на самом этом. Я на своем ретрике вот на этом персонаже. 10,5 тысяч выдал на соке, это вообще как-то чековат. Дай ты накрутил. На чем? На мобах. Кладино ебаное, крутишь там, блядь. Да. На мобах вокруг, браза. Они в СИЗО пробиваются, к сожалению. Ретрик ФИЗО не бьет. Они магии пробиваются. Буря не ФИЗА? Умник, блядь, ёбаный. Буря не ФИЗА. А, да? Ловите там. Нет, а буря ФИЗА? Да, буря. Твоя мать ФИЗА, блядь, нахуй, ещё та. И ОВС это ФИЗА. УВС, если что, урон в секунду. Ой, блядь, как это? Удар воина света. Да что ты меня путаешь? Ну, удар воина света, всё правильно я сказал. Так я не за тебя, для Зируны. А. Блядь, нахуй. Похильте Чоколата, блядь, он сейчас убьёт себя нахуй. Вы ебланы, встань, пожалуйста, дай гиб. Я чё, потому что я не хилю его, не хилю, продолжает бить. Геру, да. Маны нет. Мамы у тебя нет, блядь, дурачок, но. Хилить будем, мужички? Вообще, я считаю, что нам нужно больше паладин. Вам это кого? Вот, чем больше паладинов, тем больше шансов. Ну давай на X5 будешь еще паладин качать. Не, я уже хант. Фрик. Почему тут люди делают ебаных рок? Блять. Че хочешь, чтобы я с тебя скинул? Да, скидывай. А если дай боб почекать. Яша, мы с ним пересекаемся, типа. Но боб. Там этот лоса, это ты там за эти. Там куча шкафчиков нашел, рандомно. Здорово. Я насал по тебе. Да что? Уйди, Яш, пожалуйста.
Жалко, блин. Ну, жалко. И Берни его. Кто-нибудь там, весов. From Rockstar, Берни. Все равно сгинешь. Пиздец квест нах по БРу. Че, сподхилис? Да ты встал! Глюй. Глюй. Ну, я не знаю, хильте сами там, типа. Да я говно, да. Хочу до вас бегать. Красавчики. Что-то какой-то этот неуверенный БР был. Какой БР, такое и вставание будет. Бьем до этой? Не убьем. Да, ждать наконец-то. В обратку надо ебнуть, ачивку залутать. Хилить готов? Ща. Давай, поехали. Там поймайте сзади, сзади, на телескопе надо поймать этот хуйню. Я не хочу. Убейте просто его. Больно, блядь. Да не очень. Беда. Вместо беда. Инго сразу по фастику, фастика, 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 фастика. Let's go, let's go, let's go. Mm-hmm. Я зачем рез? Так, ладно, теперь, короче, вот новый рейд. Управление рейдом, распусти группу. Расстать. Быстро игру. Мирай написал, скорее всего, на этом КД меня не будет, его батя убил за вчера, что? Ну что он сделал? Родился. До 9 вечера поиграл, наверное, просто. Утра в скобках. Какого бы утра, блять, он ушел нахуй еще. Так он в Сибири живет, у него плюс 3 или плюс 4. Похуй вообще. Буква Ю. Нехуй, блять, терпильным быть. А ты б что сделал? Подрался бы? Если надо, было подрался. А, я выхватил ляпаса. Этот вопрос очень легко решаем. Нужно быть просто не тупым ебланом безмозглым, а уметь разговаривать с родителями. Говоришь, батя. У меня я вот... Я не разговаривал ни разу. Я не знаю, за тебя порадоваться или нет. Ну так вот. Ну подожди, а кто его ответил? Мать? Ну навряд ли. Батя. Я, блядь, пришел ему нахуй пизды дал за то, что он съебался. Все сидеть не может. Пиздец. Ремнем расхуярили чисто. Жопа болит. Какова вероятность, что сегодня соберется фул ульда? Ноль. Меня не будет. Может прийти просто полтать 200 или 300 ЕП там или сколько? Магазина нет еще. Подожди. Мне впадло, но в ульду идти тоже. Не, я тоже так не пойду. Если так. Как так? Не, я говорю, так-то не хочу в ульду идти. Спидранчик. А. За ЕП. Да, сколько там того ЕП? 600-800. Нахуй-то. По времени долго, типа. Эх, помню времена, за ульду 200 ИП. И выходили? Да. Ров. Еще ебанаты. Так там за все мало давали, типа. Mm-hmm. Там, ну, когда там только ИВК было, и все, даже ГМ, ГМХМ не было. Ну да, если за ИВК косарь. Там за ИВК был косарь максимум, типа. А, ну да, понятно. За обычки 200-250. Когда ты только в гильдию приходишь, ты нет выбора, ты идешь везде. Нет, неправда. Неправда, ты... всегда есть выбор. Если ты хочешь в первый состав быть, ты идешь в любое место. Я в первом составе, и я мало куда ходил. Печка, ты лучше. Во-первых, ЕП надо, во-вторых, блядь, чтобы про тебя знали. Ну, про меня и так знают, потому что я был единственный. Печка, у нас тем похуй.
Печка тебя знает, потому что вот ты в этой компании сидишь и все. Тебя не за личные заслуги туда поставили, так что расслабься. Да, я в курсе. Ну, меня же знают. Как под тыласом. Ну ты хорош. Ну, это да. Я единственный демон в рейде. Базовый. А что, твоих демонов не может быть в рейде. Это супер хуёвый рейд, блять, уже. А что, во втором рейде вроде тоже какой-то там демон есть. Они все хуже, чем печка. Алисин, что там у тебя? Нет, кстати, вот это Май, вот этот учёк второй, он, кстати, уже оделся, видели, как он пиздец там заряжен? Дай мне ассист там или что-нибудь. Я, короче, я с ним же общался. Печ, какой он... ты левел у тебя? 255 или 57. У него какой 55, откуда у тебя такой-то чё, крыса? 24, короче, 20, ой, 20, рассказываю, я с ним общался, он говорит, да, мне хочется по кайфу играть. Я говорю, а нахуя тебе капхасты, просто давай СПД, он говорит, нет. Он говорит, я хуй знает, он хочет какой-то капхасты себе собрать. И саппорт выпей. Меньше баф и трейд, больше сам, чтобы урон наносил, я так и не понял, нахуя ему это. Все, я понял. Зачем? А там Мури? Мури, он его проснулся когда-нибудь. Глю, лед возьми. Локов к стабафу или пиздец. Петь не умирают от зимы. Выпьем. С этим СС шарф не полетал. На 7000 кританул. Ты не сбиваем его вроде? По всей видимости. Р7 тоже. Р7. Яш. Заморозка. Боб какой? А, выбор точно. Не надо, Боб. Все, нормально все. Бьем, короче. Я ж прохил. Меня прохил. Победа. У меня дон забагался ниже, короче, нажал, короче, но он не будет надеяться, что его что-то потыкали. И все, сейчас тоже что-то нажмёт. Сейчас заморозка. Крыса, блин. Шоколад разморозит. Не двигайтесь. Геро, не? Нет. Сингл вообще. Зачем? Обставьте, блин. Ты на фул хп. Это заморозец. Шоколад разморозится. Так, на следующей зиме мне Боб. Пока что. Мне Боб этот рейсинг дашь. Кикнуть можно. И этот можно.
Нельзя. Ничего, почилим. Ты дал 3 ксты и один удар в один сделал. It's not my problem. Я же КС кидаю. Азерон на Ури. Хак углю. Хак опять иглю. Вотфьюри стек. Хак у Вотфьюри. Углю Азерона. Хак у Азерона. Сякать глю. Сингсон. Ури. Азерона. Урион. Шоколад. Глюм. Шоколад. Слякоть. Ой. Кикну. Ой, ты фрик. Детектед. Герой не давали. Нахуй не нужен. Мне боб, глю сам себе боб даешь. Кикнуть. Бам был. Он бамба. А, нормально. Шоколад. И реинкарнация. Кикнуть. Зеленка. Глю, побегай, на тебе добав. Если там... Кикнуть. Победа! Покчамп. Опять можно распылить. Этому кинуть. Опять можно распылить. Опять плечи выпали. Мы вообще хотим на оперу? По идее нам ничего не нужно. Она нам не нужна, просто серы нет. Да. Ну я могу зайти на его рогу. Нам похуй. Скажем, тебя не было. Понял. Давайте. Может быть долбанок выпадет. Да. Нам обязательно повезет. О, кстати, у нас же этого, у нас же... Кто, короче, вторую эту комнату будет закрывать? Да? Ну чё, Яша АФК, получается, стоишь? Или чё? Нет. В смысле нет? Когда скажем, тогда и выйдет просто. Яша, что это? А если ты зайдешь на ДЦ своем? Ой, давайте, может, убьем и все. Реально, давай без этого. Ну, короче, а кто выходить-то будет? Да я буду выходить, заносить, я выйду и все. Да. Мы же все равно в одного танка идем. Угу. Одного танка или... Да, в одного, в одного. Короче, в своем репертуаре.
Блять, хикан ебаный. Че было? А он тебя мутит, что ли? А, да, этот фрик, который там хуйничит какой-то. То. Нет. Ты просто блюк, блюк, типа зашел в Дискорд, говорит, в одного танка. Да, молчи. Ну, мол, вы уже даже... А, это Ури был? Ури зашел, спросил у одного танка. Я его даже не услышал, похуй. Ну, пуляй, если тут. Если тут, иди пуляй. Бэмпул, дай, долбоеб, стой и пуляй. Пять, четыре, три, два, один. Что, я распула? Блять, ты хуёво запулил, я припод... Я распула! Нате вам спула. Нате, жрите. Че-то маг так стоит или похуй? Один только ты стоишь. Ну пока да, пока нормально. То есть только ему семя прилетает, больше да? Больше еще не надо никого. Там только семя ему прилетает, надо выйти. Там все, метку схавал. Мог не выходить, в принципе. Поближе только встань, хаку пока что, чтоб на меня кидалось. Там уже выйти, он там... А, хаку стоит. А. Ухожу. За доджу. Ух. Чё? Выйди, 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 выйди. А там, на этом новый твир. Он далеко стал, Лойд. СС ему, короче, выйдешь, да? Если ты не заходи, не заходи только. СС 5 минут, когда? Попробуй реально закрыть комнату через звездопад, там, пум-пум-пум. Я тебе зубы дам. Когда будешь заходить, я тебе зубы дам. Этот, выйдите кто-нибудь там. СС ему, да, если... Давай. Нет ничего. Метка яш. А мне семя. Ну, семена хорошо, на это. Не сингем. Дальше выйдем сейчас. Если есть Т4 нажмем. Я не вижу просто. Мне Викаура забагалась. Ты в картину их что ли, блядь, пустил? Или чё? На мне метка. Ухожу. На ком по меткам было?
Вышел. Захожу. Чего много дамы же лутать? Плюс такого нужно. Лес взорвались. Заливайте. Пиздец, как вы лутаете. Арсен тоже всяко нужно. Прохил ухожу. Ну забейте, ну вообще не знаю, типа. Шу, всем больно, это вообще шок. Ну там либо не играете по ним, либо не знаю. Стоите под ними, когда. Ок. Асрен. Вот. Хака, у тебя же получается комнату закрывать? Окей. Там такое дело, что я просто уронить его могу. Типа, когда вы много дэма же лутаете. Хаку там просто умер от этого от костра. Ладно, сбейте его там. Секунд, по ощущениям, 30 были под дебафом от бесов, которые они плюют. В эфире рыба. Good PS. Тупо маны сэкономить. Я... Фрик. Да? Просто PS-очку тебе дал, чтобы... Чтобы ты по кайфу было. На мне нет. Ты что, PS пула? Почему бы не делать пула? Наоборот такой. Ухожу. Уриона, метка Уриона. Конечно. Ему похуй, на нем метка увидел. Вышел, пошел. А, он ударил, да? Нам не метку.
Вы там алло, ну, типа. Яш. Ну, анонсите, я ж попросил, блядь. Ну, чита... он в чате, он в чате пишет. Я не пишет. Читаю, нахуй мне читать этот чат. Дай ему СС. Че, нету СС, да? Будет. Если я из комнаты выйду. Вышел, прохи. Да. Не заходи только. На мне 7. Нехило. Стой. Мне мед. Ты на ману же еще не читал. Могу. Ладно. Ну там смотри как. Себе ухожу. Если ты типа, про мою ману, что ли, или чё? Там у меня после БР тоже хуёво. Я себе не надо. Так, не, мне вообще не надо ничего. Блин. У меня не заканчивается. Вышел. Метку на комп. А, ну, нет. Босс, Ильич. Ну все нормально. 5.50. 5.51 бой был. Вот, конечно, да. Можно вместо этих грудаков, которые нам каждый КД падают, вот этих плащей, вот долгоноги. Я могу намолчать. Эро. Маоча. Маоча, маоча, мучучу. Кто? Мао Чача. Мы погибли, ебнули? Да. А что, тебе надо больше, да? Не, похуй. Мы нормально убили. У нас два вайпа пока что было. Вот один раз решили... Решили сдохнуть на Терестине. И этот, короче, у Шоковати кнопка не жмется на смотрителя. Мы тут думаем его поменять. Кого? Он же возьмем. Там Бентли просился. А, не, ну Бентли можно. А ещё Курил хотел на хапале. Кого еще можно кикнуть? Куриона. Самую первую очередь.
За что, блин? По приколу. Еще можно кикнуть эти руны и взять меловицу. Да факт. Сильнее ДЦ будет все-таки. Да хотя бы талант там давление взяло. Дробяшка упала. Какая? Ага. Ты там? Давно уже. А, ты ж не хыпал. Тут у меня нормально все. Ну, правда, ничего не упало. Царана плечи не упали. Не знаю, мы вообще, мы, кстати, мы за это КД на мейн-спеке поутали только две печеньки, все. Ну, не на мейн, просто, типа, из полезного. Да я же топор выбиваю, по приколу. И кольцо на БДК. Коллекцию. И ХЗ, это вообще максимально юзерсная карта. Ну, разве что в коллекции, да. Из стоящего, наверное, только кольцо упало, вот это более-менее, да? Ну, это из того, что пошло, типа, хоть куда-нибудь. Ну да, типа, не на распыл хотя бы. Можно просто нахуй эту кару и ходить на этот. На погибель чисто. Не, да печенька по-любому всегда печенька пойдет хорошо, я говорю про шмот. Руку впаду просто. Если мы сидим почти с 4. Ну 3 часа типа. В онлайне Ондра с Фениксом, блять, эти на аренке дерутся. Мы в Каражане. Трое там это в УКТ. И все. Да не, ну пройдет этот хайп, типа, кто-то в ПВП залетит, кто-то так. Приколы, да хайп пройдет, то отток игроков уже виден. И уже точно многие уже. Ну, вернуться. Ну, я бы тоже, если не кара, я бы не сидел. Слушай, тоже, типа. Очевидно. Ты не путай онлайн, типа. Просто сейчас на X4, блядь, качаться туда-сюда. А на на X5. А на X4 сейчас вот зашел в рейд, сходил, блядь. Все, можно вырубать. Кто-то вырубил уже. Сейчас ложку. А чё, он не может сегодня, кстати? Ну, он написал сегодня. Mm. Не, он ехал куда-то на весь день. В отделение. Хотите по приколу зайдем на пару полов оперу? А не, кому? Ну, типа... Ну, Яша зайдёт. Не? Ну все равно же надо, типа, выберем, да и все. Типа, смотри, ну, кому оттуда что-то надо? Мне нужен Джезл, и этому нужна пушка. Ну смотри, если типа, не фонтанет. Он не пришел, а мне лень туда идти. Ну как хотите, мне вообще там ничего не надо. Сумон будет, мы этого, мы мессажера бьем большого. Теперь снять задачу. Яша в мили будет пиздиться. 57 минут, когда? Мне так вообще похеру. Мороз. Вообще поебать. Метки расставь пока побыстрее. Угу. Я вообще предложил прикольную тему. Можно молча еще раз более уверенно убивать. 4 хила? Не-не-не. Там можно эти. Можно типа втроем бегать, ну, типа от големов, но не по меткам, а просто типа босса отводить условно куда-нибудь. Где их нет. Ну и просто типа 2 пака по тройкам РДД. Ну и 1 пак миликов. Ну и просто бегаем типа рядом. Я же не помню, рейндж 10. Треугольником стоим. Фюрик поставил. 10? Да. Да. Вы фюрик кушай. Хаку сопрот и все. Масса не забудет. А, да, еще там. Будет фюрик и хаку масса. Я же напомню, что у тебя на X5? В плане. С
супер бар. Есть масло, последнее на мазу. Какого левела? И он за альянс? Нет. За альянс 44. Альянс только я, Доля, ну и ты. А, еще Федька у нас есть. Ордынская, ну, ордынская рога у меня там какого там, 16? Че, господа, пачка альянса соберется? Дайте выть рыбу. Да, не рыбу, масло. Масло. Сейчас, я вроде нормально, да? Да, все, я вот этот раз, все, я нормально раскидал. Все, вы до всех дотягиваете до курса. Вижу. Все, вообще идеально раскидал. О, шама. Ну, там долго его будешь качать. Угу. Стой, не пуляйте. Дайте эту хуйню, как она называется, зелье оцепенения. Ох, что надо вынести. Так, да, у всех там есть? Чё, посмотреть? Может, чё кто-то забыл? Хорошо, что вспомнил. Есть макро, чтобы она нажалась. Делаем. Там же просто X5 без всего. Типа без остальных всевысовских тем. Вот смотри, чтоб ты понимал, мы играли вчера. Сегодня еще немного днем. Я только 58 апрель. А, 58, я 49. ПС. Я докастовывал. Что? Священный огонь. Просто взял. Хакой, лямочка своего отведи как-нибудь, чтобы не сдевать его кольцо. Попробуй его каждый раз. Не бьет. Блять, вы там можете разобраться, Реслин, ты определись, куда ты бегаешь, пожалуйста. И стой где-нибудь сбоку, чтобы ты успевал убежать. Ох, тварь плюнула как. Забирай. Зачем? В смысле, на 80, не? Нет. Сбегайтесь, набежались. Я забираю. Вставать, нет? Да. Сейчас, стой, после этого. Ничего, Сингсонг не убил. Я уже не поставлю. Хотел ложиться. Да. Ладно, короче, сейчас, давайте я... Сейчас, все, хватит. Может, перекурить? Соберусь? Не, забей, еще. Нормально все будет. Я просто этим аутизмом занимаюсь. Умрите, дебаф. Я слишком много о своем думаю. Идите. Сейчас нормально все будет. Короче, это на 80 не давать, да? Не давай. Понял. Чтоб мы в ФК не стояли в ледяном мире. Нормально убивали. Герой на самом деле импакт тут вообще почти ноль. Ну что, быстрее пройти это? Ты убиваешь быстрее на одну хуйню. Чел, вспомни, как сколько мы вайпались, блядь. Мы последний КД всегда без этого были. Ну то, что гиром обросли, типа. Ну так. Зачем ждать? Давайте вам камушку. Хватит.
5, 4, 3, 2, 1. Все, надо фокус. Блин, кстати, не знаю, сейчас сбегаться надо будет или нет? Кольца. Ну, должен. Мне кажется, одновременно будет с кольцом. Нет. Сбежались. Зашлись. Так, танки сейвы готовят сажать. Скажу, когда... А зерон, шаг. Ну, жмите сейвы, жмите сейвы, жмите сейвы. Слинури. Все хорошо. Сейчас бежа... нет, не сейчас, не сейчас. После кольца. После этого, после этого. Разбежались. Вошлись. Ох, тварь. А, сейчас глю, жми сокро на своих силах. После этого сбегаем. Сбежались. Не жопа. Окей, еще. Б. А, подожди, сбежались. Потом на фазе там бернешь. Понял, понял. Танки, как только сейвы откатятся, зажмите сразу. Только сейвы откатывают, сразу жмите. Хаку глю, дал хаку, этому дал это. Хорошо. Барил сразу здесь. Если можешь. Если не забагалось. Все. А, сейвам у нас
больше ничего нет, ладно, по-моему, не там. Эма там как-то. Эма, да. А, ну, ну Эма, короче, сразу дашь, кто такой будет. По-моему. Гимн там можешь. Ну-ка, костой, костой. Камень съел. Разошлись. Так, бейте босс. Синка, ты успел допрыгнуть до них? Я не знаю, возможно, не успел. Или он далеко стоит. Я типа точно успел. Вроде. Я, значит, при первом прыжке десинхрон словил, поэтому у меня не было блинка под каждый. Я мог там секундочку, миллисекундочку не успеть просто. Либо блинканулся, просто не достал до него парнижа. Что, переводим? Да, конечно. Видите, там, подождите, только это надо сейчас, чтобы Арислина оттанчивал, чтобы всяко смогу. Вот, босса. Ну тогда сейчас ты, потом Арислин, потом ты и переводим. Я стопнул тогда пока. С Иваном вроде еще грамотно все было. Ай, хорошо. Я в начале просто самым первым сбежании, которое мы делали, поздно прыгнул, потому что кастовал. Поэтому там рассинхронные часы. Ладно, я успел подойти, глюза сейвил. Нормально. Мозг работает. Ну, если бы ты подошел, ты бы еще и кого-то засейвил. Вообще хорошо было. А ты стримишь? Нет. Стопните, по боссу. Всем стопните. Декурс. Все, я забираю. Забираем, переводим. Вторые подки не пейте, только не забывайте. Арестинг. Можешь... А, не надо делать, не надо. Нифига. А он хаку сразу голову сломал, или чё? Меня выбило чёрт. Он падает. Рестлинг, дай диван. А, нет, подожди. Дайте. Как мне сдохнуть? На похуй. Так она откатится. А, этого Хаку вообще убили этим. Скелеты. Там этот слякоть не забрал. Понял. А, ну так. Ну, в принципе, нас фул скелета убили. Тебе надо было на этом, на слякоти забирать их. Ну, я попытался. Кинул. Больше интересно, что меня выбило. Хоть.
Хуй знает, что меня выбило, короче. Не нашел ничего. Спорт и пись. Вопрос БР когда был. Но сейчас, кстати, нормальная тема. Можно, можно. Пять, четыре, три, два, один. ПС. Я пока тебе даю. Просто не понимаю. Вообще, кстати, типа, ну, в чем смысл того, что я тебе ее пока даю? Может, мне ее подпрыгать давать? Нет. Почему нет? Она у тебя будет просто в КД. Больше времени. Это бессмысленно. Сколько у поиска минута? Две. Ну там 1.25 вроде. Один и шесть даже. А, нет, это под талант. Это 1.6 без таланта, с талантом 1.25. Урод. Нет, обманул. Ладно, короче, уже. Вот такой. 1.6 в общем. Чё? Вылетел. А, он вылетел. Кстати, сегодня X5 полетел. Нормально. Слышите? X5 сегодня вылетал уже нормально так. Днем было? Было. Но похвалили зря. Проплатили только один день, хорошая работа. Ну, походу. Только старт. Но все равно то, что он так работал на старте, это просто да, на старте. Вообще какой-то и магия. Слышишь, и это появилось вот это вот подвисание, вот что-то ну другое стало. Он раньше сразу типа офался и все, вылетал. А это виснет, блядь, может, я не знаю сколько. На минуту. И бывает такое, что виснет и отлагивает, типа, потом. Как виснет и отлагивает, это приятно. Не, у меня прям это долго висло. Может, минуту зависла вот одна картинка, и все, потом слайд-шоу быстро про это. Да, у всех такое. Может, действительно, из-за того, что вот не начали этот контент, типа, ну, деланный, херячить. Там еще, блядь, по сути, кач только. Ну и РЛКшки у кого-то даже. Три, два, один. Даже не геровские. Я
после кольца сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Так, танки сыр готовятся жать. Жми сывы. А, блять, хуй достанешь. После этого сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Так, Блю готовься сокру давать на своих сывах. Давай сокру, на свои сывы жмись. После этого сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Я забираю. Так, сейвы как откатится. Нажмись. Можешь себя трущить, пожалуйста. Этот шоколад, помоги похилить. Смотрите, покидай. Сейчас тоже покидаю. Бить мусс. Альтамус. Далось оспариться. Я забираю босс. На, перейдите. Гер.
Рисун. Рисун, давай диван, давай диван. Блять, что бы надо? Яш. Яш. Мобов забери, Вась. Если встанем. Ну, пизду, блять, ну Рисун, ну нажми кнопку ебаную, ну пожалуйста. Сейчас вихрь стоит пока. Зашли с ранжином, правильно? Выбейте Арисину быстрее. Кого Бэр? Арисина, блять, Бэр этого Синга. Арисина выведите? Как можно быстрее, чтобы он с босса забрал. Босса забираю, как можно. Я захилю сейчас. Босса забирай. Блять, не вот эти дэмэдж, пожалуйста, как-нибудь, я не знаю, придумать что-нибудь. Я один хил. Так диван, что ли, на панельке найти не можешь? Ты чё? КД он написал. А, блять. Я долбоёб получилось. Ну ладно. Играйте, я заберу адрес. Зелье, а зелье, ну блять, ладно. Я, блять, еще мисс кликнул. Вместо стана зелье выпил, блять, не помогло. Похуй. Ничего не поменял. Ну похуй хотя бы так. Великая победа Tomorrow Sunday. Наверное. Тырим-пурим-пурим-пурим. Вот деду кольцо на Энха. Он вроде Рисину, он. А, да. Говорят на ретрика бис. Не знаю. А, что, не проковое, что ли? Хотя. Просто весь статов. А. Ну. 277-я шея критхаст лучше, чем островная. А, чё там по токену? О, я ГЦ! Убили молча, ГЦ! Так, это... Ладно, всем спасибо за рейд, удачи. Печка, а ты кого-то убил этого, блядь? Как его... На каком там, на 40-м уровне прошёл ульдобан этот, или как его там?